Я влюблен в музыкальный инструмент. Без музыки какая жизнь? Не слышно песен и мелодий. На инструменты положись, они нас музыкой наполнят. Люблю гитару и баян, люблю певунью балалайку. Но если запоет орган, многоголосье распознайка, отдельно каждый инструмент выводит трели не иначе, а вместе вот эксперимент, оркестр. Как много это значит! Вот и иду по жизни я с великой музыкой вместе. В оркестре, в нем мои друзья, ведь каждый инструмент на месте. Как вспомню, радио поет, а сказок музыкальных море, в них синий небес и птичек взлет, а там корабль на просторе. В моей жизни музыка важна, и в беде, и в радости она. В песнях, в танцах, музыка в кино, она словно солнышко в окно. Все же сердцу классика милей, наш Чайковский, Глинка, Равель. Больше меня радует теперь. Я часами слушать бы могла Грига, Моцарта, Бородина. Но теперь не стали. Гитара – верная подруга. И у костра, в кругу друзей, шагать по жизненному кругу нам с ней гораздо веселей. Высоцкий, Висборг, без гитары представить трудно их сейчас. Так пусть живет гитара вечно, собою радует всех нас. И в нашем клубе барды есть, их песням и гитаре честь. Домашнее задание. Гитара привыкла бродить по тайге, звенеть у костра, ночевать на реке. Очень любила, как барды ей пели, как звездные ночи тихо сосны скрипели, как сильные руки держали за стан. Вдали чуть курился могучий вулкан, искры летели в небесную даль, а струны звенели, как смех, как хрусталь. Песни серенады под окнами пели, когда покорить девчонку хотели. Секреты мальчишки ей доверяли, они тосковали, любили, страдали. То звонкий, то нежный ласковый звук, как будто луч солнца касается губ. Гитара гордилась, что всем так нужна, но сама не была влюблена. Гитару увидел в саду саксофон. Он весь засветился, издал тихо стон. Он очень блестящий, красивый эстет и очень галантный. Таких больше нет. Высокую ноту взял саксофон. Гитара, в тебя я отныне влюблен. Гитаре запел он про нежность, любовь, про встречу в саду, ожидание, боль. Он плакал. Как будто струилась вода, как будто на небе погасла звезда. Рванулась гитара сердцем к нему, как грустно и больно ему одному. И вместе слились волшебные звуки, как в танце сплелись влюбленные руки. От музыки этой катилась слеза. Кто слышал ее, будут вместе всегда. Очень я люблю кларнет, мой сосед на нем играет. В мире лучше звуков нет, даже сердце замирает. Пес мой уши навострит, как услышит дудку эту. И коль кот еще не спит, пес с котом поет дуэтом. Да чего же хмил концерт, поздно ночью, утром рано. Обожаю их дуэт. Как-то муж вскочил с дивана. Он с просонок не поймет. Происходит что ночами? Под кларнет.
дружок поет. Наш сосед играет гаммы. Баян то плачет, то поет, а то заливисто смеется, то вдаль куда-то позовет. Играть не всем так удается. Мне покорится скоро он, как покорился Петру Дранги с регистрами аккордеон. И нет, зачем ходить гадал. Мне 10 лет, баян в руках, пюпитр, ноты, гаммы, пьесы, футбол остался только в снах. Баян меняет интересы, и время... И времени на детство нет, пусть где-то в чем-то невезуха. И это, в общем, не секрет. Медведь мое не тронул ухо. Волшебных кнопок 3 ряда имеет черный цвет и белый. Во сколько нужно мне труда, чтобы вместо слез была награда. Чтоб пьесу правильно играть, законы музыки приемле, друзей, соседей удивлять. Не пуд, а больше соли съем я. И может быть, когда-нибудь и я добьюсь признания славы. Я знаю, я познаю баяна суть. Пока играю только гаммы. Гитара и орган, как небо и земля, как женщина с мужчиной, ведь разные они, и все-таки единые. С гитарой я знакома, ой, давно, пора была-то школьная, прекрасная. Играть учились на гитаре не спеша мальчишки нашего двора. А мы, как заколдованные, слушали, и вечерами летними мы пели под нее созвучно ей. Орган увидела в 79-м в Польше, когда в костел нас группой повели. Он показался мне большим и очень сложным, но до момента, как он только зазвучал, он издавал волнующие сердце звуки, такие необычные, космические. Не в силах я эмоции сдержать, парила словно в небесах. В Калининграде, слушая концерт «Авы Мария» на органе, была удивлена, поражена, как виртуозно двигаются ноги, руки органиста, и звуки льются так легко и органично. Я полюбила навсегда орган. Гитара и орган – два разных организма, любимы мною, как одно, единое. Гитара свинит, гитара со мной. Давай, подпевай, мой друг дорогой. Трудно в басах, некомфортно сопрано, гитара звучит, то форта, то пьяно. Гитару влюблюсь, я скажу вам, друзья, вот жму на лады, барежесковато, а гамма за гаммой звучит, звучали быстрее, на кончиках пальцев лишь мозоли крип. Грубее на кончиках пальцев, лишь мозоли грубее. А если не то, а может и все, то птицы подхватят пение и все. Они прилетели на звон 6 струн. За чуткой зову я этих птиц гамаю. За чуткой зову я этих птиц гамаю. В гитару влюблен я, скажу вам, ребята, вот жму на лады. Паре жестковато, а гамма за гаммой все звучает быстрее. На кончиках пальцев лишь мозоли грубее. На кончиках пальцев лишь мозоли грубее. Гитара звенит, гитара со мной. Давай подыграй, мой друг дорогой. Смотри и старайся, учись у меня. В гитару влюбись, друг, как когда-то и я. Гитару влюбись, друг, когда-то и я. От звука гитарного струна всем, кто играет на гитаре, я хотела бы, чтобы они продолжали играть дальше. Под звук гитарной струны будь ангелом во плоти, пиши свои стихи до зари. Тогда в жизни не будет обмана, песни послужат талисманом. Пиши людям о любви.
Как весной прилетают грачи, разбудят своим крылом. Под звук гитарной струны песни останутся с тобой. Когда сердце верит, темнота не вечна, звездой в ночи, рассветом на краю, жизнь подарит попутный ветер встречный, постучится поэзия в дверь мою. Ну, я хочу сказать, потому что сегодня как бы хороший такой день, да, что можно говорить о музыкальном инструменте. Но я, так как не уверенно говорю, что я играю плохо, но хотела все-таки Юре сказать, что все-таки надежда на него, что он хорошо играет, и гитарная струна у него хорошо звучит. И дальше стихи, посвященные Юре, но я первый раз почитаю, хорошо? Мой переходный возраст бывает, господа, я вспоминаю звуки, что в детские года меня будили утром минут лиша сна, влетая через форточку закрытого окна. Вставай, вставай, Ерема, он тебе не дома. Давай, вставай, постель заправляй. Минуту лагерь оживал, и в том виноват гарнист из четырех простецких нот. Жёг рэп, а может твист. В столовую чеканил шаг мой пионер-отряд, ведь звуки корна нам дали боевой заряд. Мы голодные, как звери, мы в столовую спешим. Открывайте шире двери, а то повара видим. Молодцы! Руку левую поставлю на бедро упор, правую к своим губам подниму я гор. В детстве кто не представлял, будто он гарнист. Получалось не у всех, чтобы звук получить. Вставай, вставай, Ерема, он тебе не дома. Вставай, вставай, постели заправляй. Мой переходный возраст бывает, господа, я вспоминаю звуки, что в детские года меня будили утром, минут лишая сна, влетая через форточку, влетая через форточку закрытого окна. Ну, теперь давайте вместе. Вставай, вставай, Ерема, он тебе не дома. Вставай, вставай, в постели заправляй. Ерезник, советский российский поэт, песенник, удостоившийся заслуги перед мировой культурой звания народного артиста России. Вряд ли найдется гражданин, который не слышал песен автора и не любил их. Поэтому творчество Резника занимает особое место не только в культуре страны, но и в сердце ее жителей. Давайте так постараюсь покороче. Дата и место рождения 4 апреля 1938 года. В еврейской семье родился, проживает в Санкт-Петербург, возраст 85 лет ему сейчас. Супруга Ирина Алексеевна Романова, но это уже третья супруга. Родители Леопольд Резник, числится как вот отец, мама не указана. И дальше идут дедушка и бабушка, они потом его усыновили. Ниже будет говориться Рафаэль Самуилович Резник и Лива Ельшевна Резник. Дети Максим, Алиса, Артур. Будущий мэр российской эстрады родился весной, еще повторю, 1938 года. Он был совсем малышом, когда началась Великая Отечественная война. Маленький мальчик пережил ленинградскую блокаду, впоследствии вместе с семейством эвакуировался на Урал. Во время войны тяжело ранили на фронте отца. От полученных ран Леопольд Резник скончался, мама довольно скоро вышла замуж повторно и уехала с мужем в Ригу. И новый супруг поставил женщине условия. Либо семья с мужем, либо старый, в кавычках, сын. Она выбрала первое. Илья Резник считал поступок родительницы предательством и простил мать только в зрелом возрасте. По материнской линии у Ильи есть младший брат и сестры-близнецы.
Сам мальчик тогда остался жить в Ленинграде с бабушкой Ривой и дедушкой Рахмиэлем. Эти люди еще в 1934 году эмигрировали в Советский Союз из Дании. Дед был отличным сапожником. И по воспоминаниям Резника на нем держалась вся семья. Кстати, дедушка и бабушка не просто взяли опекун над внуком, а его усыновили официально. Поэтому он носит отчество деда. Немножечко. В начальной школе будущий поэт мечтал о дальних плаваниях, поэтому говорил, что поступит в Нахимовское училище и станет адмиралом. Мысли о военной карьере преследовали Резника до старших классов. Правда, повзрослев, он уже подумал о артиллерийском училище. Ближе к выпускному балу Илья загорелся идеей стать актером, так как очень любил театр. После школы парень подал документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, но провалился на экзамене. В молодости Резник работал лаборантом в медицинском институте. Позднее выполнял обязанности электрика и рабочего театральной сцены. И каждое лето вновь и вновь пытался стать студентом вожделенного вуза. Но только в 1958 году упорство Ильи было вознаграждено. Кстати, первые песни баллады французской дуэли, «Тараканка» и несколько других Илья написал, когда учился в театральном институте. В 1965 году молодой актер вошел в группу театра имени Комиссаржевской. Много играл в различных спектаклях, но параллельно продолжал совершенствоваться в поэзии. Через 4 года он издает первую книжку детских стихотворений «Тяпа не хочет быть клоуном». Позднее свет увидел еще много других сборников, предназначенных маленьким читателям. Но главная карьера Резника в том же 1969 году повернулась в сторону эстрады. Так как композиция «Золушка» на слова поэта в исполнении Людмилы Сеченой стала популярной по всей стране. В 1972 году, почувствовав в себе силы, признание, востребованность, Резник ушел из театра и сосредоточился исключительно на песенной поэзии. В тот же период биографии его приняли в члены Ленинградского союза литераторов. Огромный успех ждал песню «Яблони в цвету». Композицию пела София Ротарова, а также автор музыки Евгений Матынов. Его исполнение получило первую премию «Золотая лира» на Чехословацком вокальном конкурсе. Это был первый случай, когда советская песня удостоилась такой высокой награды. «Яблони в цвету» также принесли Илье Резнику признание, и на российском телевизионном шоу «Песня года» впоследствии он будет лауреатом ежегодного конкурса еще около 3 десятков лет. За годы творчества Резник сотрудничал с такими великими композиторами, как Максим Дунаевский, Раймонд Паулс и другие. Песни на слова поэта исполняли Михаил Боярский, Ирина Понаровская, Владимир Пресняков-младший, Тамара Грицетели, Николай Караченцев, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуля и другие артисты. Резник писал целые альбомы для Татьяны Булановой, Дианы Гурцкой, Елены Ваенги. Эдита Бьеха исполняла на его стихи. Помимо сборников детских стихотворений, Резник написал еще ряд книг. Литератор издавал книгу биографию Аллы Пугачевой и другие. С 2006 по 2009 год он входил в состав жюри проекта «Две звезды». В 2018-м Резник отметил 80-летний юбилей 4 апреля. Незадолго до знаменательного события состоялся творческий концерт поэта юбилейный вернисаж. В торжественный вечер на сцене Кремлевского дворца появилась Алла Пугачева, Лайма Вайкуля, Тамара Гварцетели, детский музыкальный театр Ильи Резника и другие артисты и коллективы. В день рождения его поздравил президент России Путин. В тот же месяц выпустили документальный фильм о поэте, который год я по земле скитаюсь. И даже святейший патриарх Кирилл благословил Резника на написание поэтических молитв. У автора вышел сборник, содержащий 100 молитв и псалмов в стихах, ставшие особенной гордостью России. Ну, далее.
говорится о том, что очень сильно в ссоре с Аллой Пугачевой несколько лет, денежные споры, затем они помирились, и опять она ему выручила его деньгами, и они поехали с супругой отдыхать. Так что... Ну, тандем двух музыкантов оказался невероятно успешным. В репертуаре Примадонны появлялись такие признанные хиты, как «Маэстро», «Балет», «Годы мои», «Без меня», «Фотограф», «Старинные часы», «Три счастливых дня» и другие. Ну, я уже сказала, что они помирились. Но нужно сказать, что актерское образование для Резника не оказалось лишним. Он много играл на театральной сцене, в том числе в авторских спектаклях, и снимался в кино. Первым фильмом, в котором Илья появился как актер, стала известная комедия «Приключения принца Флоризеля», где Резник изобразил преступника в инвалидной коляске. Позднее он снимался в мюзикле «Пришла и говорю», ну и другие. В биографической ленте «Магомаев» он сыграл первого секретаря ЦК Компартии. Получение этой роли стало большой неожиданностью для поэта и в то же время гордостью. В 2020-м Илья Резник награжден актерской премией «Фигаро» за высшие достижения в области драматического искусства. Фигаро. Переезд в Крым в 2021 году был обусловлен не только желанием выйти из тусовки шоу-бизнеса и лишить себя удовольствия по 4 часа в день проводить в пробках, но и необходимостью личного участия в развитии театра «Маленькая страна». Культурное учреждение, в котором азы актерского мастерства постигали дети от 4 до 16 лет. Стало отдушиной для супругов, и с новыми силами они воспитывали плеяду будущих артистов. Ну, затем ему пришлось остановить работу детских театров. Это было связано с резким падением авторских отчислений. У него свой официальный сайт, есть свои поклонники. Ну и то, что немножко здесь Любовь Зайцева нашла о его женах. Впервые мужчина женился в 30-летнем возрасте. С первой супругой Региной он познакомился на гастролях. Девушка была младше более чем на 10 лет, но это не помешало молодоженам создать хорошую семью. После свадьбы Регина работала заместителем директора Ленинградского театра эстрады, а позднее играла на театральной сцене. В этом браке у Резника родились двое детей. Сын Максима, дочь Алиса, которая младше братика на 7 лет. Примечательно, что после развода сын остался жить с отцом. Максим Резник выучился на журналиста и сотрудничал с довольно известной передачей «Акулы пера». Вторая жена, официальный брак с танцовщицей узбекской. Танцовщица Мунира Арумбаева. Брак был заключен в 1985 году. Она была танцовщицей и балетмейстер. Через 4 года после свадьбы у четы родился сын Артур. В начале 90-х годов семья переехала жить в Соединенные Штаты Америки. В 92-м году он сам вернулся, а они остались. И только спустя 20 лет мама с сыном вернулись, хотя они уже и не жили вместе. Ну и Ирина Романова, это третья его жена, почти сразу получив документы, когда он вернулся из Соединенных Штатов Америки, он снова устроил личную жизнь. Третьей женой стала бывшая спортсменка, мастер спорта по легкой атлетике, а сегодня директор театра имени Ильи Резника Ирина Романова. Разница в возрасте 27 лет, но это не мешает семейному счастью. Супруги знакомы давно и много лет состояли в фактическом браке. Здесь еще интересные факты, немножко. Вот пьеса «Черная уздечка белой кобылицы» Резник написал совместно со своим сыном Максимом. Хобби. Никто не знает. Вот, кстати, по-моему, вот это там как не на идише написано было. Никто не знает хобби его. Коллекционирование галстуков. Потом, вот еще тоже интересный факт, я не хочу долго рассказывать. В общем, он судился вот из этой маленькой страны, вот из этих частных детских садов. В общем, он судился, и никто ему ничего не выплатил. В биографических статьях об авторе упоминаются двое внебрачных детей Резника, Евгений и Елена.
но поэт никак не комментирует их появление. Ну и вот здесь есть еще дополнения какие-то по биографии. Есть. Ну, тогда я потом прочитаю то, что любовь не готова. Прочитай сразу. Ну, это вот. Любовь Зайцева прочитала бы. Быть женщиной твоей. Илья Лезнев. Быть женщиной твоей, не плача и не каясь, хочу и не стесняюсь быть женщиной твоей. Быть женщиной твоей, глотком воды в пустыне, покорной, как рабыня, быть женщиной твоей. Мне ничего не надо, мне ничего не надо, ни дорогих нарядов, ни золотых цепей. Мне ничего не надо, была бы одна отрада, была бы одна отрада быть женщиной твоей. Быть женщиной твоей, когда душе ненастно, когда вокруг опасность, быть женщиной твоей. Быть женщиной твоей, не прихоть, не влечение, мое предназначение быть женщиной твоей. Мне кажется, что это написано про его третью жену, может быть, в его манифесте. А? Манифест. Да. Ну вот так. Илья Резник. Первое свидание. Вот мы внезапно повзрослели, вот мы внезапно подросли. Еще влюбиться не успели, только-только к этому подошли. К тебе я мысленно стремился, обнять и поцеловать желал. Час первого свидания долго длился, о большем я тогда и не мечтал. Мы с тобой условились о встрече, нам день неудобным стал. И я помню тот погожий теплый вечер, тебя у входа в парк я ждал. Ты в ярком платьице была, и в каблуках настроенной в ножки, ты вся взволнованная шла навстречу мне по горевой дорожке. За опоздание улыбка извинилась, сказала, что мама твоя ворчала, куда, мол, так нарядилась, а ты ей что-то соврала. Ты улыбнулась и ко мне прижалась, я неожиданно смелым стал. Ты вдруг чего-то испугалась, когда я в щеку тебя поцеловал. Стемнело, ты стала волноваться, мы сразу домой засобирались. Ты боялась, мама будет ругаться, шли быстро и целовались. Мы потом встречались редко, друг друга почему-то стеснялись, ругались, словно малолетки, и вскоре как-то незаметно расстались. Все. Немного нужно человеку. Кто протолкнул? Немного нужно человеку, совсем немного. Два добрых слова, чтобы прочь ушла тревога. Улыбка встречного, горящее мгновенье и нежный хруп, всего одно прикосновение. Немного нужно человеку, совсем немного. Из дальних мест домой ведущая дорога, без алкодроп, чтобы согреть очаг холодный и тихий сон от страшных снов свободный. Немного нужно человеку, совсем немного. Чтоб пес хвостом виляя встретил у порога, чтоб свежий ветер в жаркий день навстречу дунул, и чтобы кто-то о тебе хоть раз подумал. Еще одно. Илья Резник, «Край березовый». Побегут в моря воды вешние, зацветет земля, сердце радуя. Ах ты, Русь моя, песня нежная, сторона моя неоглядная. Я пойду в поля бересковые, опущу ладонь в синь озерную. Ах ты, Русь моя, песня новая, задушевная и привольная. Ты изведала горя горького, но всегда была всем заступницей. Ах ты, Русь моя, песня гордая, беззаветная, неподкупная. Ты дала мне силы несметные, ты любовь моя и спасение. Ах ты, Русь моя, песня светлая, край березовый, край Есенина. Ах ты, Русь моя, песня светлая, край березовый, бесконечный край.
Я с тобою прощаюсь, мне в дорогу пора. Звезды в небе мне сестры, но братья ветра. Невский дой укроти, горький взгляд отведи. На заре до причала ты меня проводи. Я с тобою прощаюсь, дорогой человек. Я с тобою прощаюсь не на жизнь, не на век. Знаю, что виноват, только я не могу ждать у моря погоды на твоем берегу. Я с тобою прощаюсь, меня время странствий зовет. Тихий порт покидаю, твой Синдбад мореход. По высоким волнам, слышишь, я хочу пронестись и разбиться о риф, чтобы чудом спастись. По высоким волнам, слышишь, я хочу пронестись и разбиться о риф, чтобы чудом спастись. Я с тобою прощаюсь, мы друг друга найдем. Чем корабль мой дальше, чем мне ближе твой дом. Но пока в парусах свежий ветер поет, знак не знает покоя твой Синдбад-мореход. Я с тобою прощаюсь, меня время странствий зовет. Тихий порт покидает твой Синдбад-мореход. По высоким волнам, слышишь, я хочу пронестись и разбиться о риф, чтобы чудом спастись. По высоким волнам, слышишь, я хочу пронестись и разбиться о риф, чтобы чудом спастись. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбаты рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает. И дом родной наши песни. А коль придет беда, с тобою мы тогда отчизну заслоним, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России.
сегодня же строй, и вместе с нами вся Россия. И обе меня, армейская семья, и эти мы сильны. В огородах и в садах, на дорогах лужи, после зимней стужи. Всюду сырость, всюду грязь. Мама просит, грязь не лазь. А на мне сапожки не промокнут ножки. Смело в лужу я врываюсь, дной замерить в ней пытаюсь. Только лужа, вот беда, оказалась-то без дна. Вода льется в сапоги, кричу, мама, помоги. Авторская. Весна долго будет сниться. Пришла весна. Сначала робко. Среди снегов искала трубку. В ботиночках, сапожка мягкой. И в шубку куталась. Ей зябко. И рукавицы не снимала. Теплая, видно, было мало. Ведь вдруг явилась ниоткуда зима. Пушистая зануда. Опять одела капюшоны. И на дома, и на газоны. Снег падал хлопьями на шапки и таял мокрые осадки. Весна в ладони снег ловила, всегда и в марте трудно было, но победит она всегда. Сосулик капает вода, снег рыхлый прячется по скверам, уже не пышный, мокрый, серый, но ночью вновь идет мороз, кристаллы строит виртуоз. Но весна все же согрелась, ручьями звонкими распелась и заменила шапку шляпкой и варежки сняла украдкой и высушила всю дорогу, всех раздевала понемногу. То сбросит шарф, а то косынку, уж молодежь идет в обнимку. Растреплет волосы красиво, все улыбаются счастливо. Так весела и шаловлива, на солнце жмурится игриво. С девчонкой в классике играет, с мальчишкой в поле мяч гоняет. Она и платье себе сшила, и с неба звездного решила. К лицу ей шарфик голубой, ведь месяц новый, холостой. Апрель с ней кружит каждый день, он кепку сдвинул на бекрень. И звонко песни напевал, ей руку, сердце предлагал. И было ей уже не зябко, он вербу ей носил охапкой. Ах, как она развеселилась, морозы, вьюга, все забылось. Смеясь, бежала по полям, бросала первоцветы там. Смеялась радостно и звонко, напоминала всем девчонку. Нарядно сшила сарафан, карман пришила и валан. Ведь май ее уж поджидал, он правильно все рассчитал. Весна ведь любит очень ласку, цветущий сад, любовь как сказку. И воздух терпкий и душистый, а небосвод зовущий, чистый. И шелест ласковой травы, глаза небесно-синевы. Но вдруг опять пришла метель, и белоснежная постель укрыла землю лепестками. Май удивлял всех чудесами. Недолго с маем погуляла, прощай, тебя мне стало мало. Пора мне в лето превратиться.
но долго буду всем ясниться. Звучание струн. Не помню где, когда, во сколько услышал я гитары пение. Проснулось чувство умиления. Я поражен был не настолько. Все вижу, слышу, но не верю. Берется музыка откуда? Гитара — это просто чудо. Жаль, я играть так не умею. Произведения — дорога к дому. Звучат космические звуки. То пение птиц в лесу, то стуки. Что вторят дождику слепому. Все в ритме двух сердец влюбленных, живущих долго так в разлуке. Я четко слышу эти звуки, то неземных, то приземленных. Дедюля соло на гитаре в своем оркестре так играет. Звучание струн всех опьяняет. Сильные имена, то что в бокале. Связист. Мне говорили, не рожден летать. Не годен ни на море, ни на суше. Ведь я из тех, кто может снова встать. Мой позывной все громче, а не глуше. Без опозданий подан вагон, а город сонный, будто бы разбужен. Блеск от сапог, свет лычек от погон. А мне туда, где бой, там всем я нужен. Тире и точки в так звучат в мозгу. Мир позывной мой, работа на прием. Опять нацизм нацелен на Москву. Так за Россию все смело в бой пойдем. Мне говорили, не рожден летать, что холод, снег, грязь, а мне все нипочем. Ведь я из тех, кто может снова встать, сработать на отлично. Прием, прием. Весна. Весна в права свои ступила, черемуха набрала белый цвет, и одуванчик в золото одет. Но дождь, как из ведра, холодный льет, озябшие деревья чуть зазеленели, а распуститься полностью, увы, тепла все нет и нет. 13 мая, Господи, еще и пятница, ну я скажу вам, выдался денек. Это был 2011 год, это мы были в Париже, во Франции были. И вот у меня такой стих, ну, может, я когда-то его читала, наверное, читала, но как в той же раз, да? Мне жаль расставаться с красавцем в Париже. Закрою глаза и по-прежнему вижу Монмартр на холме, его 300 ступеней, корабли, плывущие по медленной сене. Старинный собор Нотр-Дам-де-Пари суровой тайны веков сохрани. Огромный, немного угрюмый Версаль, ты пристально смотришь из прошлого вдаль. Вблизи от Парижа дворец Фонтенбло, ценил Бонапарт твой уют и тепло. Огней Великомта сплошной фейерверк, чтоб замок свечей никогда не померк. Ажурные башни стали сплетения, фантазии Эйфеля чудотворения и ценности Лувры с картинами залы, где мудрость Джоконда я взгляд повстречала, которая ставила в душе моей след и нику богиню минувших побед. Венеры Милосской само совершенство ты нам подарила минуты блаженства. Со всем этим нынче проститься давно я все же в Париж приоткрыла. Валентина Дубовна. Не упрекайте к вам равнодушных. Наверное, вы им неинтересны. Возможно, им с вами просто скучно и некомфортно, и даже тесно. Возможно, вас не понимают или не хотят вас понимать. Один Всевышний только знает. Ему дано все о нас знать. Не упрекайте уходящих. Значит, не важен человек, и по судьбе в вашей скользящих других хватает на ваш век. Не упрекайте и позабудьте, полно у вас других забот. Самодостаточными будьте. Тогда ваш человек придет. Thank you.
За добрый взгляд и за улыбку свершалась подвига в горах. Душа за каждую ошибку страдала, вот и седина. Судьбой играя неуклюя, поставив жизнь свою на кон, душа молилась, не блефуя, но жаль не слышен кубитон. Все проиграл, и в шрамах тело терпел, не понято свою, а ведь душа любви хотела, у жизни стоя на краю. Любви нормальная, нефиктивная, такой, что нравится твоим, земное, душевное и взаимное, и столько, сколько захотим. Честно говоря, вот вообще авторская «Берегись высоты». Нотки грусти в стихи я вплету. Снег последний, стремительно тает. Ни о чем я уже не грущу. Просто дни, как миг, улетают. Словно ленты в косы прозрачные, жизнь сплетает то грусть, то счастье. Чаще дни бывают удачные, и недолго гостит ненастье. А чего ж ты грустишь тайком? Потому что взлететь не можешь. Ты, как птица с одним крылом, ждешь того, кто тебе поможет, чтобы ветер и радость в лицо захлестнула, наполнив до края. Но держи страховое кольцо, пой душой, даже слов не зная. Но бывает, что с той высоты вдруг на землю резко спустился, опьянев от всей красоты, берегись, чтобы ты не разбился. Хорошо, все забылось. Где у хорошо? Авторская. Я другая теперь. Подняла я в душе, разложила по полкам. Я другая уже. Убрала все осколки. Навела чистоту, рассмотрела все снимки. Знал не эту, а ту, что в сиреневой дымке. Здесь смеюсь на бегу, вот стою я с друзьями, без тебя не могу, написал ты на память. Там с букетом цветов, здесь смущаюсь немного, юность розовых слов, снов, где же ты, недотрога? Вот заря вдалеке, мы немного смешные, руку держишь в руке, мы близки так впервые, подмела я в душе. Память птицей спорхнула, поднялась высоко, будто мне подмигнула. Я другая теперь, меня жизнь закалила. Только юности дверь до сих пор не закрыла. Все, можно. Грустно. Почему же так? Однажды скажут, что жизнь закончилась моя. Тебе на сердце болью ляжет любовь моя, печаль твоя. Все так же будет снег кружиться, коснусь снежинками лица. Туманом буду я клубиться, дождем, что сеет без конца. Прощальным криком журавлиным, рябиной красной у окна, холодной ночью зимней длинной, горящей искоркой костра, ручьем журчащим птичьей трелью. Так, ручьем журчащим птичьей трелью, горячим солнцем и луной, капелью звонкую в апреле, горячим солнцем и луной. Росой холодной на рассвете, саранкой яркой на лугу, лишь ты единственный на свете, кого покинуть снег. Синие глаза твои уже не обласкают. Улыбка нежная уж сердце не согреет. Ты скоро уплывешь с ночными облаками, когда закат печально заолеет. Твой тихий голос словно дым растает, и от стихов останутся лишь звуки. А милый образ акварелью станет и будет согревать меня в разлуке. И я тогда печаль свою увижу в других глазах, но не в твоих небесных. Моя печаль их сил не потревожит,
Невысказанная с мыслей станет песней, и след твой в сердце снегом запорошит. Жаль, синий чей мне не сберечь в разлуке, а я посмела губ коснуться рука, а я к тебе протягивала руки. Прости и уходи небесной тропкой. А я сразу хочу извиниться, если есть здесь среди присутствующих есть такая должность, как теща, я сразу хочу извиниться перед вами заранее. Называется «Посвящение любимой тещи». Твои кроссовки снимают. Начинай. Вы слышите? Я слышу. Потяжелее, ничего нет. Телефон подойдет. Мама, наконец-то мы остались наедине. И я имею сказать вам следующее. Мама, с некоторых пор вы перестали подметать пол под предлогом, что вам уже якобы трудно нагибаться. Мама, когда сегодня утром у меня выскользнул металлический рубль и закатился под диван, вы нагнулись так, что вам бы позавидовали страусы, вы согнулись пополам, проснули голову с горящими фонарями под диван, а вот разогнуться уже не смогли. В этой позе вы и пребываете до сих пор. Мама, какой прекрасный повод поговорить. С вашей дочерью мы можем откровенно общаться только ночью и только знаками для глухонемых. Я уже не представляю замочную скважину на нашей спальне без вашего глаза снаружи. Мама, я не буду вспоминать, что вы только однажды купили на свои кровные целую пачку макарон, с тех пор каждую ночь вы их пересчитываете. Кроме того, вы подарили мне многофункциональный дезодорант. Как выяснилось, он же средство от тараканов, он же баллончик со светоточивым газом. Но это медленно по сравнению с вашим последним презентом, тапочками белого цвета. Мама, я не буду вспоминать, как вы, насмотревшись рекламы, решили себе сделать 50 масок из глины, чтобы выглядеть как Клеопатра. Ну, кому еще бы могло прийти в голову наложить сразу все 50? В ту ночь вы действительно выглядели как Клеопатра, если бы она была дожила бы до наших дней. Но это ваше право. Я только не понимаю, зачем вам надо было в таком виде меня будить? С тех пор каждую ночь мне снятся кошмары, то есть ваша беззубая улыбка. Прав был тесть, когда сказал, что один зуб он бы вам все-таки оставил, но чтобы он все время болел, 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 болел. Так, кстати, когда я болел и сам себе пытался поставить на спину банки, вы склонялись над моим изголовьем и с плохо скрываемой радостью спрашивали: «Ну как, тебе хуже?» А предложили помочь мне: «Мама». Потом 3 недели семья пыталась отодрать от меня ваши 3-литровые банки. Когда я попросил принести вам что-нибудь от кашля, вы с улыбкой Джоконды подсунули мне сильнейшее слабительное. «Мама, спасибо, я действительно долго боялся кашлянуть». «Мама, всякий раз, когда мне предстоит важная деловая встреча, вы мне почему-то всегда готовите гороховый суп». «Нет, отдельные горошины все-таки ничего». «Мамуля, от вас в доме одна только польза. Когда я повесил на балконе вашу фотографию, голуби от страха начали гадить, не долетая». «Итак, мамуля, вы по-прежнему на меня смотрите внимательно своим тазобедренным суставом. Наконец-то вы показали свое истинное лицо. Конечно, я бы мог вас разогнуть, но помнится, вы не раз просили оставить вас в покое. Как никогда, с удовольствием выполняю вашу просьбу». Небо. Почему же нас манит небо? Потому что там тайны живут. Там, где звезды, ни разу ты не был. А они всех тревожат, зовут. Этот мир бесконечный, бездонный, будто купол над нами повис. Он таинственный и бессонный, все века на нас смотрит вниз. И когда мы очень влюбляемся, почему-то на звезды глядим.
одинокой луной восхищаемся и как будто бездну летим. Видит небо, как люди страдают, как надеются, любят и ждут, и как вот они продолжают, ради жизни на подвиг идут. И когда нам бывает трудно, изнурительным кажется век, и невзгоды живут беспробудно, к небу руки тянутся вверх. Что за сила в небе такая, что мы просим его, помоги, на коленях стоим, страдая, ты людей от бед сбереги. За реку лесочек, рискует рябка грузья и вдаря, темный твора, бахарку песочек. Здесь лет рисует юная даря, она безумно ножку в воду ставит и поет река жужжащей волны. Влюбленный ветер тело и юно гладит, не от вина хмельной вот на вот подает лес. Есть, вот, что я хотел. Спасибо говорю им, родителям своим, что жизнь мне подарили, и я благодарен им. Спасибо говорю тем, что лучше стал мой стих, что недруги узнали побольше моих тем. Спасибо вам, учитель, язык, что русский мой, что правде научили, иду за правду в бой, за родину, отчизну, что мой народ герой, врага, что победили, настал черед и мой. Чем он характерен, он интересен тем, что там все расписано кистью Васнецова. И вот я что написала. «Собор Владимира Святого вхожу, дыхание затаив. Здесь роспись кисти Васнецова живет нам душу обнажив. Красивые, да, когда над святостью глумились, звон колокольный оборвав, смирились, но не отступились, как феникс из огня восстав. Красивы ли и безмятежны, от них исходит благодать. Земные радости и надежды дано нам и Богом принимать. Не за себя прошу сегодня. Мне жаль все терпящий народ, обман, жестокость нынче в моде. Быть может, Бог меня вернет. Спаси заблудшую Россию, не дай ей на колени пасть. Верни, Господь, былую силу и вразуми любую власть». Вот я вот когда написала, мужу прочитала, муж сказал, ой-ой-ой-ой, допишешься. И, наверное, долетался. Сейчас я один рассказик прочту, мне его читал уже. Концерт в поселке Эрму. Есть у меня хороший товарищ, писатель и бард Александр Семенович Бабошин. Он мне поведал историю, которая произошла с ним в 2003 году. В то время Александр Семенович был артистом Амурской филармонии и поэтому часто выступал с концертами по всей области. В поселке Эрм в тот день температура на улице стояла минусовая, около 20 градусов. Концерт предстояло давать в неотапливаемом клубе, где было около 0 градусов, но зато безветренно. На вопрос артистов о температуре заведующая клубом весело отвечала: «Да что вы, это мелочи, у нас девушки с голыми ногами танцуют». Все это было сказано в таком тоне, что понаехали тут столичные штучки. Все билеты были проданы, вместе с бардом приехал кукольный театр, и они договорились между собой, что из-за холода будут выступать по 20 минут. Александр Семенович первым вышел на сцену, и как опытный артист захватил внимание аудитории. Люди подпевали, и даже холод не мешал их общению.
хотя уже к третьей исполняемой песне пальцы почти не слушались. Но было одно «но», сидевший в первом ряду под выпивший мужчина, который то бурчал себе под нос, то переходил на возмущение во весь голос. «Я бабки заплатил за кукольный театр, а тут какой-то поет. Давайте театр! Я ребенка привел, 25 деревянных отдал». После выступления Александр Семенович спросил у заведующего: «Почему порядок не наведете? И кто этот мужчина?» Женщина, оглядываясь, почти шепотом сказала: «Это Петров, он афганец, контуженный. С ним без милиции не справится. Чуть что не по нему, хватается за ружье, застрелить можно». Барт сел в зале и приготовился смотреть кукольный спектакль. Справа, где находилось окно, послышался шорох. Вдруг перед его лицом в темноте показалась какая-то палка, как потом оказалось, ствол охотничьего ружья. Это был Петров. Самогон, выпитый с утра на старой дрожжи, так возбудил надорванную боевую нервную систему бывшего воина, что он рычал благим матом: «Где этот чертов гитарист?» Александр Семенович отстранился от окна и прижался к стене. Глянул выстрел, который пришелся в пол клуба. В нос ударил кислый запах горелого пороха, раздались крики и плач детей. Милиционер, находившийся у выхода, кинулся на улицу. Дебошеров скрутили и арестовали. После того, как публика успокоилась, кукольный театр продолжал свое выступление. Примерно через 5 лет Александр Семенович еще раз приезжал в тот же поселок. И дрон отбывал срок, а на полу клуба до сих пор остались следы от выстрела. Называется, ну это тоже читал, «Любовный треугольник». Я не могу любить любимую, я не могу делить любимую ни с кем. Мне надоел любовный треугольник, ведь у соперника и так большой гарем. А я же страсть и свежесть треугольник. Когда она вовсю флиртует томно с ним и смотрит на него влюбленным взглядом, в квартире неприкрытый чувственный интим мне дышит ядом, а не ароматом. Да, он красив, голубоглаз, красноречив и знает миллионы песен сладких. В искусстве соблазнения нетороплив тех женщин, что на внешность больно падки. Но скоро прекращу порочную их связь, убью его в ближайший день рождения. Ноябрь 21-го, вдруг в зверя превратясь, ему свои я выдам поздравления. Возьму его в охапку, грубо матерясь, в глазах все пролетарское презрение. И телевизор сброшу вниз, с балкона в грязь. Прощай, соперник, прочь все сожаления.